Приступаю к приготовлению огурчиков по дрюмочкам. Бабушкин рецепт. Пикантные. Ну что, все подготовили. Укроп, хрен, смородина, чеснок. Огурчики помыли, почистили. Баночку простерилизовали. И начинаем закладочку. Смородинка. Хрен. Укроп. Чеснок. Примерно одна головка. Ну, естественно, те самые перчики. Штучки две на слой. Стараемся солить маленькие размеры. Ну, иногда не получается. Укладываем до половины банки. Плотненько. Ну, здесь женская рука нужна. Дальше еще два на слой. Чесночок. Еще немного. Вот. И опять смородину, хрен, укроп. И вот теперь доукладываем огурчики почти до самого верха. Стараемся их примять как можно больше. И сверху укроп. Можно также еще положить душистый перчик. Забыл про него. Сверху. Утром бывали. И теперь заливаем соленой водой на литр 2 столовые ложки. Заранее подготовили. Повторюсь. На литр 2 столовые ложки соли. Заливаем по самый край. Вот так. Долили доверху. И оставляем для брожения, для закисания, даже не знаю, как правильно назвать, на 3 суток. Все. Пока. Перебродили огурчики. Сейчас мы их будем сливать в кастрюльку. Так, рассольчик практически слили. Сюда будет необходимо будет добавить немножко соленой водички.
рассол уменьшится за счет кипения. Количество рассола уменьшится. И теперь ставим на плиту, доводим до кипения. И крышечки простерилизовали, подготовили их к закрытию. Довели до кипения рассольчик и сейчас будем его заливать по паночкам. Налили по самое горлышко. И плотно закрываем. Смотрим, что здесь ничего не было. Все. Закрыли. Переворачиваем. Можно будет накрыть каким-то одеялом, чтобы они остывали. И все.